Еще одна существенная угроза на улицах – несанкционированная торговля. Отравиться или серьезно заболеть рисковали десятки иркутян. Все, кто хотел полакомиться мясными деликатесами. Их выложили на прилавке одного из рынков Октябрьского района города. Вовремя разглядели товар специалисты службы ветеринарии и прокуратуры. Без документов продавались 15 килограммов баранины, мясного фарша и соленого сала. Здоровы ли были животные при жизни – вопрос, ведь ветеринарных свидетельств продавца не оказалось. Отсутствовала и другая информация о производителе, датах выработки, сроках годности. Условия хранения тоже вызывали сомнения. За нарушение порядка реализации мясной продукции предприниматель был признан виновным в суде. Ему назначили штраф 33 тысячи рублей. Мясо, сало и полуфабрикаты из продажи изъяли.